Самый нежный кекс в вашей жизни. Для того, чтобы его приготовить, нужно взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до посветления и увеличения массы. Далее вливаем теплую воду и растительное масло. Также аккуратно перемешаем с помощью венчика. В отдельной миске смешиваем муку, какао-порошок и разрыхлитель. Затем просеиваем и в 2-3 приема вводим яичную массу. Смазываем форму сливочным маслом, выливаем тесто в форму. Отправляем заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут. Затем поливаем обильным молоком, даем хорошо пропитаться, переворачиваем на широкое блюдо и сверху украшаем шоколадом и орешками. Кекс получается действительно очень вкусный, обязательно приготовьте, сохраняйте себе рецепт и большое спасибо за вашу поддержку и ваши лайки. Всем приятного аппетита!